То, что для нас рай на земле, для кого-то просто дом. Большую часть года на равнинах Серенгети тихо и спокойно. Но стоит пройти ливню, а вслед за ним прорасти траве, как жизнь в этом раю оживляется. В Серенгети приходит множество животных. Хищники рады такому изобилию. Это сезон охоты на быструю еду. На смену спокойствию приходит хаос, и жизнь здесь перестает быть райской. Выживание в Серенгети. На равнинах национального парка Серенгети в Танзании 9 месяцев в году царит спокойствие. Легендарная гора-вулкан Олдаиньо-Лингаи возвышается на горизонте. Серенгети в переводе с масайского означает «бесконечные равнины» или «огромные просторы». Подходящее название. Здесь есть водоемы, так необходимые всем местным животным. Самка гепарда и ее детеныши вдоволь напились и решили искупаться. Заслышав далекий шум, детеныши спешат к матери. Вожаки стада тоже несутся к водопою. Одни хотят продолжить здесь род. Другие вдоволь наестся. В этом регионе в изобилии произрастают акации. Их листья манят травоядных. Местные вегетарианцы ищут еду. Некоторые активнее других. Хищникам труднее, охотиться почти не на кого. Однако они умудряются пережить засуху и вырастить потомство. Голодные львы становятся всеядными и непривередничают. Самки жирафа часто возвращаются туда, где родились сами. А близнецы – большая редкость. Но жирафы, даже детеныши, очень проворны благодаря своим длинным ногам.
Местные импалы делают все, чтобы остаться в идеальной форме. Они совершают необычные, очень грациозные прыжки. Считается, что так они демонстрируют хищникам свою ловкость. Зачастую это предупреждение об опасности, а иногда просто игра. Они разгоняются до скорости свыше 80 км в час. Этот вид африканских антилоп один из самых многочисленных. Но здесь небольшое стадо не сможет противостоять грядущим событиям. Конкуренция у местных гепардов очень высокая. Эта самка выслеживает антилоп, в том числе газели Томпсона. Задача несложная. Гораздо труднее удержать добычу. Она не спугнула голодную гиену, но может наградить ее парочкой шрамов. Крайне важно держать детенышей поодаль. Малыши понимают, что вмешиваться не стоит. Пора поискать место без гиен. Поблизости начинает свой долгий путь на юг передовой отряд самой знаменитой в мире сухопутной миграции. Стада следуют за облаками. В большинстве своем это антилопы гну. 2 миллиона животных – желанные гости для местных хищников. Они долго ждали возможности поохотиться и не упустят ее. Стада для последнего рывка поворачивают на юг, и небеса разверзаются.
В миграции, помимо антилоп и гну, участвуют зебры и газели Томпсона. Скоро к местным импалам пожалуют несколько миллионов гостей. Кончик радуги сияет золотом. Трава начинает расти, а значит, в течение короткого периода времени здесь будут пастись миллионы животных. Некоторые предпочитают заросли акации. Некогда тихое пристанище травоядных напоминает теперь шумный африканский стадион. Почти все стада соберутся на равнинах возле лесистой местности. По инстинкту беременные самки рожают там, где их окружает как можно больше животных. Хищники долго ждали наступления этих 2-3 недель. Они могут выбирать из нескольких тысяч потенциальных жертв. На равнины приходит новая жизнь. На свет появляются 300-400 тысяч детенышей. Такое количество еды местным хищникам не съесть. Тем выше вероятность, что часть животных выживет и передаст гены следующему поколению. Новорожденный детеныш антилопы гну с самого рождения учится выживанию. Он сразу держится на ногах, а через 5 минут уже бежит со стадом. Газели Томпсона пополняют свои ряды. Антилопы тем временем подтверждают свое прозвище – циркачи равнин. Если ты дурачишься, тебя наверняка заметят. Не все так быстрые. Здесь еду не оставляют. Гиены вовсе не обычные падальщики. Их охота – крайне хитроумный и слаженный процесс. Также у гиен царит строгая иерархия, и всем заправляют самки. Перекусить в одиночестве лучше всего в кафе на верхушке дерева.
со своей добычей леопарды забираются на нижние ветки, чтобы во время трапезы их не беспокоили. Они могут поднять вес, равный собственному. Хоть леопард и крупнее, гепард доставляет стадам не меньше бед. Малыши всегда подвержены наибольшему риску. В траве возле стада притаился шпион. Львицу окружают тысячи новорожденных детенышей. Мать вынуждена бросить своего младенца. Однако она предпринимает отчаянную попытку напугать крупную кошку. И все же детеныш теперь во власти львицы. Почему львица медлит с убийством – загадка. Невероятно, но детеныш по привычке воспринимает теплое тело рядом как источник еды и защиты. Это редко и, как правило, смертельная ошибка. По неизвестным причинам львица пожалела свою добычу. Повезло. Кто-то иной привлек ее внимание. Львица недостаточно голодна для погони, поэтому и позволила детенышу уйти. Чепрачный шакал проявляет любопытство.
Он всего лишь хочет играть. Но путь домой к стаду и матери очень труден. Где-то там мама ищет своего детеныша. Считается, что матери способны почуять собственное потомство, но подобное воссоединение – редкость. Самцы антилопы гну не любят чужаков на своей территории. При такой концентрации животных территории у них небольшие. Молодняк всегда пытается бросить вызов взрослым самцам. Самки с детенышами держатся поодаль. Самцы регулярно бьются рогами и подчас довольно жестоко. Почти всегда это поединки на публику. Участники редко получают ранения. Леопардов не видно. В эти дни у них идет брачный период. Спаривание происходит каждые 15 минут, круглые сутки. Течка у самки длится более 7 дней. Беременность 3 месяца, после чего на свет появляются 2-3 детеныша.
Неглубокая река сформировалась на месте пересохшего содового озера. Это ловушка для неосторожных животных. Изящные фламинго спокойно кормятся, а тяжелые антилопы гну не выбраться из ила. Детеныш слишком неопытен и не боится воды. Но он гораздо легче своей матери, поэтому избегает ее участи. Теперь у хищников две возможные цели – застрявшая мать и одинокий детеныш. Вероятно, догадавшись, что ил для них не менее опасен, чем для антилопы, они выбирают детеныша. Новые силы также терпят поражение. Прайд держится возле воды. Львы ждут следующего шанса. Обессилевший малыш отдыхает, но издалека к нему спешит одинокая фигура. Его мать избежала верной смерти и мчится навстречу. На закате насекомые вступают в свои права. Гепарды зачастую охотятся небольшими группами. Эти братья нападают сообща и координируют все свои действия. Взрослая газель Томпсона – добыча не из легких.
Синхронное преследование. Вожак бросается в погоню. Самое быстрое наземное млекопитающее может выдерживать такой темп около 30 секунд. Зрители не впечатлены. В основном стаде антилоп гну растворились маленькие стада газелей Томпсона. В их противостоянии с гепардами успех зависит исключительно от умения дольше бежать в быстром темпе. Газели бегают зигзагами. От этого навыка зависит все, погибнет животное или встретит завтрашний день. Их миграция проходит через регионы с высокой травой, в которой трудно заметить врага. Впереди водоем. Газели решают перейти его вброд. Здесь не угадаешь, кто скрывается под водой. Храбрая, а может быть глупая самка прыгает в воду. Но почти сразу же решает вернуться. Кучевые облака движутся на юг, и огромные стада покидают акациевые леса. Плотными рядами они пройдут на юг, к заповеднику Нгоронгоро. После трех недель беспрестанного мычания здесь слышен только мирный щебет птиц. В лесу самцы импалы демонстрируют свою силу. Самки и молодняк наблюдают, а самцы высовывают язык. Этот жест предшествует попытке спариться. Но некоторые самки не хотят сдаваться. Восторг от погони вскоре сменяется усталостью. Иногда следует просто ее отпустить. Даже если убежавшую самку заприметил сосед,
лучше держаться рядом со стадом. Молодая антилопа гну отбилась от сородичей. Это дорого ей обойдется. Группа охотников голодна. В одиночку у антилопы нет шансов. Но вскоре охотников кто-нибудь спугнет. Грифы ждут своей очереди. Если ты забрел слишком далеко от стада, тебя ждут неприятности. Хищники наблюдают, как самец опрометчиво ведет своих самок по высохшей части Содового озера. Укрыться негде, животные как на ладони. Антилопы испуганы и бросаются в рассыпную. В такой суматохе нетрудно скрыться. Почти всем животным удалось убежать. Но пока все отчаянно боролись за жизнь, одна импала сломала лодыжку. Стадо поворачивается к ней спиной. Антилопы инстинктивно бросают сородичей, если те неподвижны или ведут себя необычным образом. Шансов на выздоровление нет. Теперь она легкая добыча для хищников. Она не продержится и ночи. Соседи импал-жирафы редко передвигаются большими группами. Холостяцкое стадо разбредется, когда самцы повзрослеют.
Борьба за самок сопровождается самыми жестокими поединками в животном царстве. Каждый удар рогами несет в себе огромную силу. В учебном бою молодые самцы испытывают друг друга на прочность. На краю своей территории взрослые гепарды преследуют запоздавшие стада антилоп. Это последняя возможность поохотиться, прежде чем те окончательно уйдут. Сообща, они наносят удар в самый центр небольшого стада и окружают молодую особь. Против одного. Самец отчаянно сопротивляется и отгоняет врагов. В ближайшие месяцы миграция дойдет до знаменитой реки Грумети, где стадам предстоит встреча с гигантскими нильскими крокодилами. Покидая зеленые равнины этого крохотного райского уголка Серенгети, огромные стада антилоп, зебр и газелей уносят все свои невзгоды с собой.